Спявачка Вольга Сацюк, ансамбль «Харлі», а таксама тэнісістка Арына Сабаленка і дызайнер Уладзімір Цэслер. Беларускія замежныя зоркі падтрымалі медыкаў у трэцім музычным марафоне ад «Спамаша». Тэмай онлайн-канцэрта стаў «Дзень перамогі». Таму многія артысты ўспаміналі ваенныя гісторыі сваіх сем'яў. Нас очень переполняет, конечно же, уважение и к ветеранам, и к врачам, которые прям несут вахту 24/7 в борьбе с таким вот страшным вирусом и борются за жизни каждый день, поэтому, конечно, я хочу пожелать крепкого здоровья нашим врачам, выдержки их семьям, нашим ветеранам, конечно, я желаю долгих лет жизни, выражая невероятное глубокое уважение. Дякуючи доброчинной трансляции для 10-й городской больницы у Минску собрали каля 66 тысяч рублей. А еще СПАМАШ и Республиканский науково-практичный центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий звернулись до тех, кто вылечился от коронавируса. И они могут зарегистрироваться на сайте РНПЦ и стать донорами плазмы. Когда-то, начав первый марафон, мы подняли эту тему, что общество должно поддержать врачей. А когда проходил второй марафон, было очень важно самоизоляция вопрос. А на сегодняшний день мы поднимаем еще одну тему, которая продиктована временем. Это сдача и сбор плазмы, чтобы люди, те, которые уже переболели, сдавали во имя тех, кто еще болеет и может выздороветь. Прямые трансляции музычных марафонов от СПАМАШа поглядело около 300 тысяч человек. Хутка продюсерский центр планирует и четвертый концерт.